Вера Григорьева – многодетная мама. У нее 9 детей, 4 непоседливых малышей и 5 школьников. В лесном городке живут 4 года. Раньше приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы дойти до ближайшей площадки. Теперь все иначе. От площадки мои дети просто в восторге. Даже, кажется, уже взрослые и только после школы всегда здесь на час, на два задерживаются. Доступная, комфортная городская среда – одна из приоритетных задач партии «Единая Россия». Еще год назад у руководства муниципалитета были большие планы, выполнить которые без депутатской поддержки было непросто. Жители лесного городка еще в прошлом году обратились с просьбой к Дмитрию Голубкову. Деньги, выделенные из депутатского фонда, пошли на строительство детской площадки. Поднято собственными силами. Я считаю, что заслуживает высокой оценки. И надеюсь, что жителям это все, то есть, будет понравиться, придется по вкусу. И детки, соответственно, которые являются главными пользователями детской площадки, будут развиваться у нас здоровыми и счастливыми. Вместе с жителями поселения депутат обошел обновленный центр лесного городка. Вместо некогда существовавшего пустыря – современные зоны для семейного и спортивного отдыха. Беседки и тренажеры, детские игровые модули и лавочки, урны для раздельного сбора мусора. Уложено более 600 квадратных метров прорезиненного травмобезопасного покрытия и более 200 квадратных метров плитки. И самый главный объект – корабль «Лесногородец». Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».